I've been fucking off some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Всем привет, дорогие зрители и гости моего канала, с вами я, Доминатор. Спасибо вам большое за 79 подписчиков, большое вам спасибо огромное. Сейчас я вам расскажу, как играть Toolbox мультиплеер, то есть играешь через Toolbox, но через мультиплеер. Смотрите, что мы сейчас делаем. Для начала нам надо его запустить. Вот, для начала мы запускаем сейчас Toolbox. Ссылку я оставил, если что, у меня там под видео, там New Premium Hack Toolbox. Там ссылка будет в описании, там перейдете, скачаете. Ну, там под тем видео, там где мы снимали. Видео у меня там было. New Premium Hack Toolbox. Там ссылка в описании будет. Смотрите. Все, теперь мы просто уходим. То есть, что дальше нам для этого нужно? Для этого нам надо обязательно запустить... Что? Что запустить? Конечно же, наш всеми любимый Omelette Arcade. Вот. Мы, скажем как... Перешли. Вот мой. Переходите, подписывайтесь. Давайте наберем актив. Смотрите. Далее мы заходим смотреть больше. Вот, мы зашли. И давайте... Вот этот мир. Вот сюда зайдем. И сейчас быстро делаем вот так вот. И по-быстрому через Toolbox заходим. Вот таким вот образом получается. И вот так вот быстро заходим. Я не буду загружать ничего. Мне это не надо. Просто зайду. Просто зайду и буду спокойно играть. Вот. Вот мы заходим. Вот. Сейчас просто ждем. О, отлично, все. Вот. Так, давайте я сделаю звук сделаю потише, чтобы вам вас будет без звука, чтобы вас было хорошо видно меня, чтобы было, да. Вот, в общем, вот мы зашли, да. Давайте или хотя бы чуть-чуть. Чуть-чуть звук вот так вот. Звук побольше поставлю, чтобы вас уж наверняка было слышно. Сейчас. Привет. Ты в Ютубе. Привет, скажи. Вот, короче, привет, скажи всем, ты в Ютубе. Вот. Ну, этот пацан в Ютуб попал. Вот так вот. Сейчас сделаем. Опа. Грубо говоря, короче, вот он, короче, в Ютубе. Он, если что, в Ютуб будет. Я ссылку тебе скину, скажи свой Omelette Arcade.
Вот и все. Кто-то еще он хочет, наверное, в YouTube попасть. Кто еще хочет в YouTube? Ишкин Матрешкин. Сейчас спросим. Короче, тут все в Ютубе. Тут все в Ютубе. Вот. Сейчас посмотрим, кто тут зашел. Так. Нет. Это я не хочу зрителям показывать. Не-не-не-не. Нафиг. Нафиг я не хочу это показывать. Я, если что, там замажу, что там было. Короче, ребят, я замажу, что там было. Просто... Так, что можно поделать? Так, смотрите, сейчас будем крашить сервер будем. А, не, выживание по армии. Мы его крашить не будем, будем крашить те, которые всякие там клубы, всякие вот эти вот, ищу семью, всякое вот это вот будем крашить. Это я не хочу крашить, этот сервер хороший. Крашить не будем. Не будем, короче, мы с вами крашить. Так. Я не настоящий. Сразу говорю, я не настоящий. Продолжаем записи. Просто там, где тот сервер. Вот. Вот этот. А, у вас нет приглашения играть на этом сервере. Всегда такое бывает, каждый день. А, напробую еще раз, смотрите. Заходим в Майн. А, вот, короче, мы заходим. Так. Теперь, смотрите. Ищем. Так. Вот. Вот этот будем сейчас крашить. Ненавижу такие сервера. Вот. Просто их ненавижу. Сами понимаете, да? Вот этот будем крашить реально. Вот этот мы серьезно сейчас... О, пошла загрузка. Вот этот мы реально сейчас с вами крашним полностью. Давайте сделаем хак-чат. То есть, чат-хак. Взлом-чат. Это вообще какая-то фигня полная. Полнейшая. Фаза. А, уже не надо. А, так он тут один. Сейчас напишем. Ты в Ютубе. Скажи привет. Давайте просто хак-чат. Сейчас устроим тебе сюрприз, братан. Чат-хак.
Просто спам-чат. Спамим чат, пацаны. Чтоб у него к хренам собачьим все крашнуло тут. Чертовы матери. Ладно, я просто выйду. Просто выйду, чтобы... Блин, мне понравилось, когда так вот происходит, пацаны. Ребят, мне так, мне реально так нравится. Мне просто нравится крашить эти никчемные сервера. Дайте. Куда постоянно он уходит? Теперь давайте перейдем сейчас на какой-то левый сервер. Давайте магазин за землю. О, давайте мы типа мы накопаем сейчас 9,9999999 штук земли. Не знаю, выйдет у меня это или нет. Вот, все. А, точно, мы же не могли на этот сервер зайти, точно. Нам же писал, что у вас нет приглашения играть. Короче, когда разработчики наконец вам Blade Arcade, наверное, чтобы не писала вот эта вот фигня постоянно. Бесконечное РП выживание. Нет. Давайте поговорим по душам. Нет. Просто ищем какой-то левый нормальный сервер. Делаем, что хотим. Во! Креатив, я обожаю креатив. Сейчас мы его крашним. Просто крашним. Он видели? Там тот челик. Так понятно, сразу вылетает. Так каждый раз, понятное дело. Когда-нибудь я засниму еще один ролик, там, где будет более обновленный тулбокс. Ну, более новый. Короче, забейте. Сейчас просто я захожу опять снова на этот сервер. Главное мне, блин, его запомнить. Как он там назывался, даже не помню. А, строим, что хотим. Делаем, что хотим. У меня есть шанс сейчас зайти на этот сервер. Есть тут шанс сейчас на него зайти. Так, делаем, что хотим. Ищем. Есть. Отлично. Просто не хочу голосовуху включать, потому что там одни школьники сидят. Одна школотень. Люблю более со взрослым поговорить. Все. Мы, короче, зашли. Вот так у нас сразу креативка вылилась. Иди отсюда. Так, ну чё. Пора крашить. Для начала мне надо, знаете, что взять? Мне надо для начала надо взять зельку. Так. О, отлично. Зелень невидимости. Отлетаем куда-нибудь. Отлетаем куда-нибудь в небо. Выпиваем зельку и сейчас. Дайте потроллим им про их просто потроллить. Просто надо потроллить. Обязательно молоко куда-нибудь вдаль поставлю. Всем давайте я поставлю доску. Доску перед ними. Так. Главное сейчас не спалиться, потому что. Вон, видите, как их тут по навалам тут. Так, главное, чтобы они меня не спалили. Нет, знаете, как-то вот так вот как-то надо пройти. Вот так вот. Так. Не, 100% меня спалит. Так, знаете, как я лучше сделаю? Я лучше сюда вот отлечу. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, пока никто не видит. А, он спалит, он спалит. Он повернулся, так. Сейчас мы попробуем. О, отлично. Чуть не спалил. Окей. А,
Пацаны, пускай палится. Главное мне не спалиться сейчас, реально. Тупо. Так. Вот этого пацана мы спалим. А, точно. Блок сюда не поставишь. Тихо. Чуть не спалил. Он за точку какую-то играет. Да ну ладно. Так, я вообще не понимаю, как он тут. Так. Понятное дело. Так, и можно остановить как-то? О! Он вообще ни хрена не понял, что это сейчас было. Пацаны, он реально не понял, что это сейчас было только что. Так, ладно, давайте перестанем его троллить, то он поймет, что это я делаю. Так, вот этого можно. О! Он вообще не понимает, что это сейчас было. It's Фонди. А, не, 1, 2, 3, 4, 5, админ. Хорошо, хоть он это не видел. Так, чуть не спалил. Окей. Так. Ну-ка. Сейчас сделаем типа... Типа, сейчас он поставил. О, типа у него не ставится. Ладно, мы не будем его, пускай строит. Вот этого еще хочу потроллить. Так, а, 1, 2, 3, 4, 5, админ. Точно. Сейчас сделаем, типа, я прилетел. Откуда вот там? То там. Что это было? Это меня телепортировали? А, пацаны, я думал, меня телепортировали. Так, выпиваем зельку и... Я лечу с тем... С этим блоком, типа, я хочу что-то тут построить. Такой, лечу, лечу, смотрю. Что это тут было только что? Ладно. Ну-ка. Так, пацаны, смотрите, как мы будем сейчас делать. Я выпиваю снова зельку. А, отлично. О, кто-то зашел. Игрок М, буковка. Надо его найти. А, вон он, сверху прямо. Опа. Так. Я не понял, что это? Тут можно... О. Так, я хочу снова потроллить этого админа. Так, ну-ка. Они вообще не понимают, что это тут было. А. У него тупо просто на месте пропадает блок. Это круто, пацаны. У него просто тупо на месте пропал блок сейчас. Не вышло. Ладно, перестанем. А вот этого можно еще потроллить. Вот его можно 100% сейчас, пацаны, потроллить. Я не знаю как, но... У меня есть шанс его просто... О! Типа он реально не понимает, что сейчас происходит. У него типа блоки на месте пропадают. Вот так хорошо троллить их, а. Так, предлагаю. Предлагаю я вот так вот сделать сейчас. Какого хрена? Он не понимает вообще, что происходит. Типа блоки реально у него на месте пропадают.
Так. Блок пропал. Ребят, он вообще ни хрена не понимает, что это сейчас происходит. Так. Ну-ка. Сейчас. О, тихо, чуть не спалил. Чуть не спалил. Типа у него на месте блоки пропадают. Он вообще не понимает, почему. Блин, мне прикольно, ребят, троллить других. Так, еще один кто-то. А, нет. Вот кто-то пытается что-то сделать. На месте тупо у него блоки. Так, я хочу сейчас посмотреть. 4 минуты осталось. А, он спать пошел. Ладно, он все равно ничего не понял, что это сейчас было. Дайте последний сервер какой-нибудь затроллим, и на этом хватит. Какой-нибудь последний. Сори, что за ник такой у меня. Просто решил придумать. Средневековье РП стройка. Так. Ну вот этот можно, в принципе, потроллить. Но именно не потроллить, а именно крашнуть. Именно взломать. Через прокси-сервер. А сейчас... А, вот. А, этот сервер уже популярен. Популярный. Ребят, я сейчас запущу через другого аккаунта, через другой телефон. Запущу прокси-сервер и выберу этот сервер. И попробую через него крашнуть. Так, допустим... Выживание... Не, допустим... Допустим, лагеря. Вот я точно хочу крашнуть. Так, сейчас мне надо будет через прокси-сервер крашнуть. Если что, я создам там, я когда-нибудь создам. У вас нет приглашения. Ну понятно, у всех серверах такое. Я создам такую вот штуку через кичвер. Создам прокси-сервер, через которого можно потом будет взламывать, но это будет сложно. Всем... Так, адский клуб. Вот я не люблю, ребят, клубы, я их просто ненавижу. Вот мы его реально будем сейчас крашить. Я буду крашить через блокер, через этот адский клуб. Вот. Буду, короче. А, черт. Вылетел тулбокс. Сейчас заново снова заходить. Вот мне не нравится, когда он вылетает постоянно. Мне реально бесит, когда он постоянно так вот вылетает. Так, я сейчас буду запускать через прокси-сервер. Но пока реально не буду. Просто сейчас запущу. Так. Сейчас, блин, опять искать этот мир. Вот, адский клуб. Так, короче, мы сейчас просто заходим через него. Адский клуб. Ого, этот сервер. Да блин, ебать.
Так. Вот самое, что тупое, это когда сервера постоянно переполниваются и невозможно зайти. Так, это я помню, я пробовал, это невозможно. Допустим, вот этот пробуем крашнуть. Так. Ну-ка. Еще самых крутых игроков. Сейчас просто попробуем. Просто сейчас попробуем. Вот, допустим, этот попробуем крашнуть. Давайте. Так. Не знаю, получится у меня это или нет. Так, я не знаю, получится у меня это или нет. Я думаю, у меня получится. Так, правила. Не заходить, понятно, не заходить в чужие дома. Нельзя гриферить. Так. Пишем, типа, мы прочитали правила. Эй. Чё это было сейчас? Так, вроде я помню этот сервер, я помню, на нем играл. Ну, короче, смотрите. Не знаю, получится у меня это или нет. Так. Прокси. Прокси, хак. Сервер. Имя свое. Так. Так, пробуем еще раз. Видит это у меня или нет? Сейчас попробуем просто. Так, все. Я поставил старт. Теперь так, это я сейчас типа сейчас я запущу. Так, видите. Так, ну-ка. Я не знаю, получится у меня это или нет. Сейчас пробуем. Так. Но сейчас последний запуск. Я думаю, сейчас у меня получится. О. Так. О, получилось. Все. Сейчас просто ждем. Сейчас мы просто ждем. Давайте. Я уйду. Так, ну я не знаю, получится у меня это или нет. Давайте еще раз просто попробуем. Сейчас я пробую просто последний раз.
Сейчас я просто... Давайте я попробую последний раз, получится это у меня или нет. О, получилось. Так. Сейчас просто попробуем. Ну-ка. Я не знаю, получится это у меня или нет. Ну, вроде все. Вроде нормально. Сейчас разрушение. Перейдем на диапазону 7. Выберем проворство соединения до максимума. Выберем отображение сундуков. Давайте поставим. Отображение игроков, командный. Проклятый зомби. Ненавижу тебя, иди отсюда. Ну иди отсюда. Мешаешь. Постоянно. Ну давай, иди отсюда. Да блин, ты уйдешь наконец-то уже отсюда или нет? Достал. Придурочный зомби. Так. Ага, тут у нас сундуки прятанные. Ну-ка. Можно взять, в принципе. Так, я теперь хочу поставить. Поставим трейсер. Player color. Красным. О. Так, все, сейчас. Сейчас понеслась, сейчас. Сейчас я просто отойду куда-нибудь. Так. Взлетаем. Попробуем так. Хопа. Просто. Просто сейчас. Кто читер? Ты кто? Так. А, ладно, пускай он там ломает что-то. Давайте будем его попродаться. Сейчас. Показать. Сейчас мы просто обрубаем все это вот дело. То, что мы тут все. Я напишу тебе, наверное, показалось. У меня такое тоже было. Тебе, наверное, показалось, у меня такое тоже было. Ну да, типа... Вот, смотри, вот. Сейчас я сломаю блок. Вот, видишь? Был бы читер, я бы в 3 блока даже всем бы сломал. А так нет. В YouTube. В Ютубе. В Ютубе увидишь. Какой у тебя омлет аркейд? Ютуб. Есть. Я тебе... А, я давайте скрин сделаю. Я скрин сделал после видоса. Напишу. И ты, кстати, в YouTube
попал. Ага. Ты, кстати, в YouTube попал. Я тебе YouTube. Я тебе YouTube канал свой скину. Вот так вот будет. Я тебе YouTube канал свой скину. Ок. Короче, я с читами играю. Просто проверяю, насколько вы внимательные. Короче, я с читами играю, просто проверяю, насколько вы внимательные. А читерю я на серверах. А читерю я на серверах, где 18+. Меня это бесит. То ищу семью, брата. То ищу семью, брата. На ваш сервер. Ваш сервер я не трону. Ага. Ты знаешь про Короче. Ок. Я напишу тебе. Ты знаешь? Ты знаешь мультиплеер мастер? Да, ребят. Короче, кто из вас знает мультиплеер мастер, пишите в комментариях, кто из вас его знает. Ладно, давайте продолжим. Чуть-чуть поиграем, я закончу. Так, давай. Давай отойдем, покажу функцию. Так, куда-нибудь подальше от сервера. Так, куда-нибудь дальше. Так, я думаю, здесь можно. Так, ну я думаю, здесь можно начать. Проворство. Чтоб так сильно не лагало. О! Видел? Ну, сервер я твой не трону. Я ваш сервер не трону. Просто буду ломать здесь. О, есть также на 7, но окей, напишу
О! Так, давайте я буду сейчас, короче, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, лайк. И всем удачи, всем пока.